дракону, это не серьезно. Даже очень серьезно. Давай, бей. Ну это не бокс, а ерунда какая-то. Вот ты научился у настоящего профессионала. Балуй пойдет. Ты шутишь? Мы, настоящие боксеры, никогда не пьем. Как вы думаете, сможет ли бокс помочь защититься от удара судьбы? От удара судьбы? Ну, смотря какой удар. Ну, в принципе, может. Как сделать из обычного мальчика чемпиона по боксу? Сначала нужно этому мальчику в себя поверить, что он что-то может. То есть, если из него будут пытаться что-то лепить, а он не хочет, тогда маловероятно, что что-то получится. Но если у него есть желание, тогда будущий чемпион, не обязательно по боксу, но чемпион будет. Понял? То есть верь в себя. Чтобы научиться хорошо боксировать. Ну, хорошая функционалка должна быть. Ну и удар сильный. Ну вот, другое дело. Это блин, новости от теледеток.